Всем привет! Давно уже, очень давно не виделись. И вот я решил выйти в прямой эфир. Наконец-то увидеться с вами, друзья. Я уже... Это стало моей мечтой. Потому что много съемок, много показов, много всяких дел. И поэтому я даже не успеваю с вами пообщаться. Ну вот, 10 часов, 10:30. И я вышел в прямой эфир, несмотря на то, что мне через полчаса спать. Даже я уже полчаса должен лежать в кровати и спать. Вика, привет! Рита, передаю тебе привет. И начинаем именно с твоего привета мой прямой эфир. Как дела? У меня все очень хорошо. Вот сегодня был день братьев и сестер, праздник. Мы его с братом отмечали. Всей семьей. Вы, кстати, знали об этом? Привет. Вика, привет. Карина, передаю тебе привет. Бумажечка где? А вот с ней-то и проблема. Она то ли потерялась, то ли она куда-то исчезла. Я не могу ее найти. Вот. Вика, передаю тебе привет. Кто там у меня просил? Таня, передаю тебе привет. Извините. У меня нет ни брата, ни сестры родной. Серьезно? А двоюродных, троюродных? Ну не может же так быть. Бумажечка. Сначала грустно-грустно, а потом все-таки захикала. Так и стало. Яна, передаю тебе привет. Привет, привет. Hello, hello. Напоминаю, если вы хотите, чтобы я передал вам привет, извините, начитался Гарри Поттера. Там ударение поставлено перед, там все такое. Ну, на некоторых нужных словах. Я сейчас запутываюсь немножко. Вот, кстати, очень интересная книга. Такая вот. Я уже прочитала за 2 или 3 вечера 8 глав. Дочитываю 8. И сегодня после эфира, наверное, до 4 не буду спать. И дочитаю до конца. ППР написал по географии. А, так вот откуда ты все это знаешь. Понятно. Все, я тебя раскусил. Да, мы написали ВПР по географии, но пока результаты не интересны. Кстати, завтра у нас ВПР по истории. Неизвестно, да. Я же говорила, заплетаюсь. Вот так вот. А на следующей неделе... У нас будут еще другие интересные ВПР. Вот так вот. Надя, передаю тебе привет. Привет, привет. Настя, передаю тебе привет. У тебя тоже завтра ВПР по истории. Серьезно? А какие у тебя ВПР уже были? И вообще, какие у тебя, по каким предметам у тебя будут ВПР? У нас, насколько я знаю, география, история, обществознание, биология, русский, математика и, если как-то повезет, то даже литература, скорее всего. Вот. Да, мне кажется, и по физкультуре могут сделать. Я вот вообще не сомневаюсь. Наша школа настолько действует, чтобы ученики получали больше знаний, что полюбас они нам дадут какой-нибудь тест и по физкультуре. Что у нас было? Вика, ну у тебя прям самое познавательное сообщение. Арина, передаю тебе привет. В каком ты классе? Я в 6 классе. На следующий год пойду в 7.
а потом 8, 9, 10, 11, а потом уже взрослая жизнь. Удачи на истории. Спасибо. В каком я классе? Я уже отвечал. В 6. Удачи, прочитал. Ладно. Не могу считать, сколько раз. Я могу, но мне лень немножко. В общем, да, спасибо. Так. Почему решил стать интересным? В каком-то смысле, я аж задумался. Имеете в виду в том, что в Инстаграме становиться популярным? Если так, то, ну, мне кажется, это... Я попробовал, и мне показалось, что это мое. И я начал все вот так вот делать, там, продвигать свой... ой, не канал, а этот... Профиль, да. Вот, профиль, точно. Вот. Мне понравилось, я до сих пор этим занимаюсь. Вот. А если вы имеете в виду моделью или ведущим, то же самое. Вот модель у меня такая. По поводу модели очень длинная история. Когда мы сидели сначала в ресторане, все началось с того, что мы сидели в ресторане, и мама мне сказала, что записала меня на модельное агентство. И сказала, что первый урок у нас хореография. Я так и подумала, что она туда меня записала именно из-за хореографии. Но потом я стал там хорошо заниматься, меня хвалили, я был практически единственным мальчиком, кто там занимается. Вот так и стал моделью, с этого все началось. А потом съемки, показы, интересные люди и так далее. Где ты живешь? В России. Город. Дом. Секрет. А вы спать не собираетесь? Ну вот, за меня отвечает книга Гарри Поттера, которая говорит, нет, вы что, до 4. Сначала дочитает Гарри Поттер, а потом ляжет спать. Настя, передаю тебе привет. Из одних приветов сделаем эфир практически. Так, смотрим дальше. Где Елизар? Хороший вопрос. Если вы хотите, чтобы я его показала, мне придется перетащить весь телефон по всему дому, потому что он сейчас спит. Вот. Да что ж такое? Вот. Поэтому здесь только я. Софья, передаю тебе привет. Юлечка, передаю тебе привет. Арина, передаю тебе привет. София, передаю тебе привет. Ой, что-то на иностранном написано. Я даже не знаю, не могу. Ну вот на выходных собираешься в Сочи? Нет, а что? Кстати, вот мы собирались в Сочи. Не знаю, правда, когда. Где-то летом, да. Вот, и летом, скорее всего, поедем в Сочи, если ничего не изменится. Поэтому можем с кем-нибудь увидеться. Яночка, передаю тебе привет. Да что ж такое? Ой. Ты классный, спасибо. Тина, передаю тебе привет. Спасибо за ответ. Не за что. Привет. Да,
Наш эфир подходит к концу. Остается всего 3 минуты. Какой ты милый красавчик. Спасибо. Привет, любимчик. Чего не спишь так поздно? Как настроение? Привет, Настя. У меня все хорошо, настроение супер, а не сплю из-за эфира. И, наверное, до 4 утра буду вместо подготовки к ВПР читать мою любимую книгу «Гарри Поттер». У меня там еще все части лежат, поэтому пока не дочитаю эту книгу, не лягу спать. А потом за вторую возьму, за третью. Так и пройдет день, сутки, ночь, там, годы. Так и прочитаю. Ты очень классный. Спасибо. Передай привет. Напоминаю, если вы хотите, чтобы я передал вам привет, вы должны написать свое имя. Если вы, конечно, этого хотите. Дина, передаю тебе привет. Друзья, друзья. А куда в друзья? В Инстаграме есть друзья? Или это ВК? Если ты про ВК, то я там до сих пор не разобрался, не знаю, как там добавлять. Вот. А не знаю, чтобы в Инстаграме были друзья. Лиза, передаю тебе привет. Привет, привет. Кристина, передаю тебе привет. Hello, hello. Когда ты в Самару приедешь? Ответь, пожалуйста. Ну, не знаю, когда я туда приеду. Наверное, на следующих выходных. Или даже, может быть, завтра. Если что, я и так в Самаре. Безудержное веселье. Алиса, передаю тебе привет. Привет, привет. Елисей в Самаре. Зачем мне такое? Да, я в Самаре, но это временно. А потому что скоро я кое-куда уеду. Вот. Потом еще кое-куда и еще кое-куда. И тогда вы точно не угадаете, где я живу. Готовились к переезду сказать. Хола, хола. 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 Привет, 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 привет. Всем привет, кто только что присоединился. Еще люди. Привет, привет. Меня зовут Мишконка. Серьезно? Ты очень классный. Спасибо. Тут непонятно написано. Привет, привет. Смайлики. Кто смеется, кто смотрит с глазами, сердцами, кто пишет найс, кто машет, кто когда приедешь в Москву. В Москву? Ну, не знаю, когда я поеду в Москву. Если повезет, то на этой неделе. Если, как сказать, не повезет, то на следующей неделе. А если там не повезет, то на после следующей недели. Я там вообще каждую неделю бываю. Поэтому вы меня там точно увидите. Ну, если все останется как по плану и мне не повезет, то мы увидимся в Москве только в мае. Когда приедешь в Екатеринбург? Я когда-нибудь был в Екатеринбурге? Не, вроде не припомню. Не, я там не был. И вряд ли туда приеду. Хотя, может быть. Или не может быть. Я не знаю. Пока не запланировано. Привет, 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 привет. О чем ты мечтаешь? Вау. Хороший ход.
о чем я мечтаю? Чтобы в будущем стать хорошим человеком, чтобы вырастить детей, сыновей, иметь хорошую жену. Ну и, конечно же, большой-большой на горе где-нибудь повыше, рядом с бассейном или ручьем. Кем ты хочешь стать? Хорошим человеком, в общем-то. Я тебя люблю. Ой, как это мило. Yes, he can speak English. Yes, I can speak English. But but butterfly. Как планируешь провести лето? О, я собираюсь туда, потом туда, потом туда, потом туда, потом встретиться с этими, с теми, потом опять туда и снова туда, а потом расслабиться, а потом понять, что 7 класс. И снова в школу. Тем и закончится мое лето. До какого класса? Ну, пока не знаю, наверное, до 11. Сколько тебе лет? Секрет. Ладно, 12. Мне 12 лет. И в мае, 11 мая, мне исполнится 13 лет. Осталось месяц и один день. Уф. Какой ты класс? А я 6 класс. Ждем, ждем вопросики. Ого, что вас так встревожило? Ты считаешь дни? Ну да. Это легко, сегодня 10 апреля. Май следующий месяц, значит, месяц остался. До 11 апреля остался один день. Значит, прибавляем к тому месяцу еще один день. И в итоге получаем месяц и один день до моего дня рождения. Я сейчас показался учительницей по математике. Да, она примерно такая же. Объяснить нам, что как делать, но это уже совсем другая тема. Есть девушка. Пока в поисках. Ты умник. Да, я такой, особенно в математике. Фоновой музыки нет, поэтому сам напеваю. Мой день рождения 16 апреля, ура! Это вторник, 3 недели апреля 2019 года. Хорошо, я запомнил. Ты в поисках уже? Или это не вопрос? Вон. Да, я уже в поисках. Вот так каждый день из окна беру этот Пинок. бинокль и начинаю вот так вот следить за всеми. Смотрю в каждое окно, но не найду никак. Не получается. Ты очень умный и красивый. Спасибо. Что вас так развеселило? Что вы так смеетесь? Все присылают привет, привет, привет. Ну, привет. Как ты стал знаменитым? Ну, я не считаю пока себя знаменитым, потому что когда я иду по улице, меня узнают около 2 человек, а подходит ноль. Ну, потому что иногда стесняются или боятся, что я их откушу руку или там еще что-то. Вы не бойтесь, но подходите, фоткайтесь, разговаривайте. Я всегда очень дружелюбный. Вот.
Вот Филипп Киркоров, если пройдет по той же улице, его облепят все люди, которые есть только на этой улице. Вот он знаменитый или popular people. Когда еще в ближайшее время будет эфир? Вот этого я не знаю. Даже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Может быть, если повезет, на этой неделе, или на следующей, или на послеследующей, или на послепослеследующей. Но обязательно будет. Могу постараться сделать в пятницу, если вы, конечно, так хотите. Привет, привет. Привет, привет. Ева, передаю тебе привет. Так, ты опишешь свой характер? Мой характер? Я даже не знаю. Во-первых, я добрый, чересчур добрый. Вот. Я иногда, конечно же, бываю злым, но это в крайних случаях, когда я прям возбужден, когда мои мозги устали. Вот. Ван аккаунт на связи. Принято. Вот. Я очень дружелюбный. Люблю общение хорошее, доброе, дружелюбное. Вот. Ну, а продолжение будет потом. Я, походу, что-то пропустила. А ты уходила? Ну, если ты ушла, то много пропустила. Какие цвета глаз у тебя? У меня не хамелеон. Если посмотреть так, то кажется серыми. Если поближе, то прям голубыми или зелеными. Чуть подальше кажется совершенно зелеными или там коричневыми. То же самое с волосами. Посмотришь здесь, они темные. Посмотришь здесь, они светлые, а здесь даже чуть-чуть рыжеватые. Все зависит от освещения и расстояния. Вот. У меня тоже хамелеон. Да, сейчас хамелеон у ноги. Ладно. Так, куда листать? Тоже хамелеон. Прекрасно. Ты для нас самый знаменитый человек на свете. Спасибо. Значит, ты в личку отвечаешь? Можно с тобой дружить, общаться? Ну, не знаю, я отвечаю только избранным. Поэтому, может быть, ты даже и станешь. Ты лучший. Ты очень красивый. Спасибо. Покажи сердечко, пожалуйста. Хорошо. Без проблем. Фотосессия. Может так. Может так. Или как-нибудь. Как зовут твою маму или папу? Я не буду говорить, ведь это страшная тайна. Ну или просто обычная тайна, которую нельзя выдавать. Значит, я избранная. Может даже быть. Так, вопросики, вопросики. Вау. Я избранная. Да, ты избранная. Так, нет, не то, не то, не то. Сейчас посмотрим, что пропустил. Привет, привет, снова привет, всем привет, привет, Машу. Здравствуйте. Красавчик, спасибо. Кстати, через 3 минуты я должен уже быть в постели, поэтому мне кажется, пора заканчивать мой прямой эфир. Ведь если я не буду в 11 в постели, то мама, не знаю, я вспомнила кое-какой момент. Ну ладно, не буду вам говорить. Мама со мной поговорит, можно так сказать. Вот. Поэтому всем пока.
Мы увидимся, скорее всего, в пятницу или, может, в другой день недели. В другой неделе или этой неделе. Поэтому всем пока. До встречи. Продолжение в пятницу, скорее всего. Пока-пока. Что ж такое? Вот все. Пока.